И всем привет, ребят! Вы на канале Corn Sticks. Я решил начать новую игру под названием Among Us. Довольно популярная игра. Поэтому посмотрим, понравится вам или нет. А дальше посмотрим. Так, заходим мы в сервер. Этот сервер недоступен. Где этот? Все отлично. Всем привет! Я сейчас цвет поменяю. Ой, я не успела. Ладно. Так. Я не убийца. Среди нас вот здесь есть убийца. И мы должны найти его. Поэтому близко я постараюсь не подходить к ним. Заходим. Ой-ой-ой. Кого-то убили. Ох, что ж это не я. Так, блин. Среди нас убийца. Очень опасно. Ой-ой-ой-ой. Вот здесь наша карта. Будем посмотреть. Моя любимая комната — это security. То, что можно смотреть на камеры и следить за кем-то. Там уже кто-то стоит, и буду туда подходить, потому что может это быть убийца. Может быть что угодно. Ой-ой-ой-ой-ой. Не подходи ко мне. Можно нажать кнопку и всех позвать. Но я пока что не буду, потому что я не знаю. У меня нет точных сведений, кто убийца. Поэтому не буду пока что просто так. Ой-ой-ой-ой. У нас что-то сломалось. Нужно быстрее починить. Ё-моё, это... Это розовый. Надо всем сказать... Подожди, что случилось? Это розовый, почему? Ё-моё, я точно знаю, что это розовый. Через 10 секунд. Он там всех убивает. Что за фигня? У нас с голосованием. Все фигня. Что выйдет из игры, очень странное здесь. Все другое зайдем. Вот Ярик. Уже 5 игроков. Я хочу цвет себе поменять. А нет, вот такой вот хороший. Я в Corn Sticks не добавил S, потому что это не влезло. Почему-то. Ну все, можем, наверное, начинать. Так. Так, я не убийца. Убийца среди нас, Among Us. Я сразу иду. Здесь тоже надо смотреть, потому что все здесь тоже камеры стоят. И можем узнать, кто здесь убийца. Пока никого нет. Привет, ты кто? Сейчас соединим.
проводки. Отлично. Сделали. Ярик, что ли, всех убил? Так, мы проиграли. Блин. Заходим сюда. Давайте, заходите, заходите. Хочу цвет поменять чем-то. Так, желтый не могу взять. Вообще голубой, наверное. Так, всем салам, говорит. Я не убийца, опять же. Сразу уходим в секьюрити комнату. Так, нужно что-то сделать. А, хорошо. Здесь ходят. Пока что все хорошо. Кого-то убили. Кто-то может быть. Красный? Почему красный? Почему красный? Например, я не, вообще не знаю, наверное, скип. Все меня ждут, но не знаю, наверное, сию. Он был какой-то подозрительный. Мне не кажется, что это крипер. Сидений никаких не было. Ё-моё. Я был неправ. Все, мы победили. Крипер был убит. Что-то слишком легко. Так, давайте дальше играть. Я хочу, чтобы на этот раз я был убит. Может быть очень интересно. Никак. После игры. Давайте уже начинать наш го. Давай уже кто там. А, вот все. Думаю, в каком-то. В звездном корабле. Так, теперь пойдем вниз. Такое. Ё-моё. Что там какое-то? Зачем ты возле люка стоишь?
ты убийца. Так, ребят. Кого-то убили, нет. Это были не они. Ванко убили. Оранжевый. Enter. Ой-ой-ой, сведение в это. Навигация ведет глазный труп. Ну, значит, сейчас уточню точно. Ну, мне кажется, если бы тут тур не был, то он бы просто так не признался. Кажется, все-таки Enter. Хорошо, что за меня никто не голосует. Так, и что? Так, пойдемте вниз. Тут урни. Скорее всего, не тут урни, потому что... А, здесь мы можем посмотреть. Это сколько человек. Скорее всего, не тут урни, потому что он был в медике. Так, здесь у нас кабина пилота. Давайте посмотрим на камерах. Вот так вон там у нас секьюрити комната. И сюда. Ой-ой-ой, здесь уж кто-то стоит. Ё-моё. Мне кажется, это красный. Нажимаем на кнопку. Красный. Не я, потом просто мне красно. Кто? Так, мне кажется, красный все-таки. Может, все-таки оранжевый. Хочется плакать. Блин, кажется. Да, жаль тебя. See you. Он скорее вот этот красный за меня проголосует. То есть против меня. Что там?
что? Все за красное. Нет, я все-таки нет, я не убийца, не надо за меня голосовать. Блин. Больше не могу использовать. Потому что я один раз уже использовал. И что случилось? Да, оранжевый. Ну, скорее всего, все за нас же проголосуют. Так, плеер вышел из игры. Хотя, блин, возможно, додик. Похоже, что додик, да. Вообще неизвестно, кто. Ну, было за додика. Так, ну давайте голосуйте, мы же ждем. Давайте быстрее. Если вдруг будет следующее голосование, то я, наверное, за дочка проголосую или Крипер. Кто-то из них. Додик или Крипер? Ну все. Энтер был убит. Только 4 человека выжили. Это я и чуваки. Ну ладно, ребят, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Напишите в комментариях, нравится ли вам эта игра. Если нравится, то я буду дальше снимать ее.